В этом положении крана котел подогревает воду, поступающую в кран с горячей водой, что позволяет пользоваться горячей водой и летом. Среднее положение крана позволяет котлу отдавать большую часть тепла на приготовление горячей воды, а меньшую на подогрев отопления. В правом положении большая часть тепла идет на отопление, а меньшая часть на подогрев горячей воды. Насос, мы еще не обтягивали его, можно ставить как угодно. Единственное, у всех насосов такого плана, чтобы ось насоса, располагающаяся вот здесь вот, вдоль него вот это, чтобы горизонтально была. Потому что он находится на двух подшипниках, он и должен лежать на этих подшипниках. Если его расположить вот этим вверх, он просто может быстро выйти из строя. А так вот в этом положении ставить так, разворачивать как удобно. Единственное, чтобы он вот это стоял горизонтально, вот эта часть. Мы решили его поставить вот так, чтобы видно было переключатель скорости насоса. Чтобы оно было видно.